В образцовом ансамбле казачьей песни «Соловейка» целая плеяда звезд. Ребята – лауреаты многочисленных конкурсов, победители всероссийских и международных фестивалей. Сегодня их копилка наград значительно потяжелела. За яркое выступление жюри единогласно присудило коллективу гран-при. Как говорят сами вокалисты, покорять сердца зрителей им удается благодаря полной отдаче и любви к народной музыке. Там очень чувственные песни. То есть там они все наполнены глубоким духовным смыслом, и они способны человека развлечь или, наоборот, утешить его в трудную минуту. Мне это нравится, потому что я чувствую то, что мне надо этим заниматься. Тем более, что мы как бы там поем песни, которые... Теперь еще наши предки. И есть такая некая преемственность поколений. В Анапе фестиваль «Звездный дождь» проходит в третий раз. За два конкурсных дня жюри отобрало лучших танцоров и вокалистов. Эстрадный жанр, фольклорная музыка, а также народная хореография. По словам организаторов, анапчане стали одними из лидеров фестиваля во всех направлениях. В этом году, так же как и в прошлых, очень ярко показала Анапа себя. Анапские коллективы – это из года в год очень сильные, и они обычно завоевывают самые высокие места. Анапские коллективы завоевали сразу 4 гран-при. Победители примут участие в финале международного конкурса, который пройдет во Владимире. А лучшие вокалисты смогут испытать свои силы на отборе международного фестиваля искусств «Славянский базар». Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.